Меня зовут Андрей Карпук, компания Sunbev, ключевой пользователь по данной системе. С Соло мы сотрудничаем где-то с 2015 года, вот, то есть получается уже более 2 лет. И если так говорить, то надеемся на дальнейшее сотрудничество. Необходимость возникла во многом благодаря тому, что система WMS позволяет закрыть несколько ключевых аспектов, да, гэпов, которые в компании имелись на тот момент внедрения. Это в первую очередь повышение точности запасов на складе и повышение производительности, которое напрямую связано с точностью. И как следствие уже как бы вторичные аспекты этого внедрения — это снижение претензионной части со стороны клиентов по поводу пересортов или недосдачи при инвентаризации. Соло выбрано благодаря тому, что оно занимает лидирующие позиции на рынке WMS-систем в России, в принципе, и имеет за собой ряд успешно внедренных проектов, которые, как бы, я думаю, повлияли на выбор данной компании в качестве подрядчика. Достаточно была интенсивная, напряженная работа на первых 2 площадках, которые мы внедряли, потому что для большинства сотрудников это был новый опыт, такого никто прежде не работал с данными системами, поэтому была проделана такая кропотливая работа, которая потребовала вовлечения всех уровней персонала, да, начиная от грузчика, заканчивая директором завода. Вот. Но благодаря той поддержке, которая была оказана нами в компании Solo в качестве экспертных пользователей команды внедрения, да, и той команды, которая впоследствии образовалась на этапе внедрения первых 2 проектов в Омске и в Клину. Последующие внедрения наших остальных 3 площадок прошли достаточно гладко. И даже одно из внедрений было выбрано одно из лучших внедрений, лучшим внедрением WMS-системы в зоне Европы. Но основной новой технологией, которая у нас произошла при внедрении данной системы, это была технология, во-первых, кросс-докинга, да, которая позволила нам минимизировать затраты на обработку грузов при приемке продукции с линии. И вторая технология — это непосредственно адресное хранение в той степени, в которой она подразумевалась, да, при наличии того оборудования, которое у нас было на одной из площадок, а именно стеллажное хранение, то именно благодаря системе WMS Solo оно заработало на полную мощность, как и планировалось. Прошло уже 2 года с момента внедрения одной из площадок, год с момента внедрения другой. На остальных пока срок небольшой, там чуть больше полгода, но тем не менее разительно можно заметить снижение количества штрафов от клиентов по причине пересорта продукции. И заметно возросла производительность персонала при подборе, поскольку система WMS позволяет сейчас минимизировать необходимость ручного труда, да, по поиску необходимой продукции на отгрузку и сокращение времени непосредственно выполнения прочих операций, которые в это вовлечены. На текущий момент по WMS нет, потому что все 5 площадок в России уже покрыты данной системой, но мы тесно сотрудничаем с компанией Solo в том плане, что данная платформа многофункциональна, и как мы уже убедились на текущей вот презентации, да, то есть много модулей, которые непосредственно достаточно интересны, выглядит интересно, представляет интересное решение, и часть из них мы уже взяли на заметку для реализации в последующем на каких-то площадках, да, и на текущий момент мы работаем над тем, чтобы поставить модуль Yard и модуль по, скажем так, называем PNP, которая отчасти как бы является некой смесью между Labor Management, да, и KPIs, которые также являются продуктами вашей компании. Вот, потому что, имея, так сказать, как я уже говорил, повторюсь, да, имея единую платформу, на базе ее достаточно легко в дальнейшем наращивать какие-то дополнительные модули с целью повышения общей эффективности производства, да, и работы компании в целом.